Здесь мы будем отдельную тему, я думаю, даже прописывать как руководство или книгу о том, чем отличаются боты от живых людей, и про наш микомистицизм, то, что мы должны работать вот только с живыми людьми. Друзья мои, к сожалению, я не могу всю правду здесь рассказывать, потому что были попытки закрыть мой канал, и его наконец-таки сотрут, если я буду вам полностью всю информацию выдавать. Поэтому я сделал, как все вменяемые люди, просто канал на Телеграме, где вы можете всю эту правду тет-а-тет, все в деталях, в пикантных нюансах узнать.